матч я, во-первых, очень благодарен тому, что организаторы турнира, не турнира, а сбора сделали нам с таким соперником, как чемпионов Фарерских островов. Матч для нас был очень полезным и для того, чтобы проанализировать то, что мы здесь находимся 21 день, что мы натренировались, какое направление, какую философию выбрали, учитывая те все сложности, которые нас будут ожидать в чемпионате Казахстана. Тем более уже мы видели, что для премьер-лиги что нужно. Поэтому мы к этому матчу подводили ребят. И на фоне усталости, как психологической, так и физической, мы выбрали определенную тактику, определенный состав. Учитывая того, что сегодня еще Шута Григоришвили не играл, в связи с тем, что у него есть маленькая микротравма, решили поберечь. В принципе, тот план, который был на игру, он вполне удался. И хочу поблагодарить наших молодых пацанов, которые выходили именно воспитанники Петропавловцы. И Савченко, и Скорых, и Колода. Те ребята, которые, и Сергалиев, который в первом тайме бился просто не на жизнь, а на смерть. То есть вижу, что у ребят правильное понимание, правильное направление того, что будет в чемпионате Казахстана непосредственно. Будем учитывать сейчас те ошибки, которые есть. Да, есть, может быть, небольшая проблема в том, что контроля мяча тогда, когда нужно эту аритмию в игре поймать, не хватает. Но все-таки мы сами понимаем, что с молодыми пацанами сложно некоторые моменты делать. Нужно, на это нужно время, на это нужна работа.